Это в массе своей люди, которые обычно на подобные мероприятия не ходят. Если вот первоначально это было дело профессиональных политиков, что называется, то, конечно, Болотная и Сахарова – это люди от политики далекие, которые не хотят в этой политике как-то участвовать. Как вообще такое случилось, что вы, наконец, смогли друг с другом начать разговаривать? Пусть люди выберут между нами, а не мы будем друг другу доказывать, кто из нас лучше, кто хуже. Сейчас подходящее время для того, чтобы людей учить правильно голосовать, правильно выбирать и так далее. Вот ровно сейчас самое лучшее для этого время. 4 марта никаких президентских выборов в нашей стране не будет. Верите вы в подобный сценарий? Я считаю, что выборы 4 марта состоятся, а инаугурации в мае не состоится.